Также в вольерный комплекс переехало большое семейство лис с потомством. Накануне у некоторых малышей прошел плановый медосмотр. Буквально два дня назад в семействе кавказских благородных оленей произошло долгожданное пополнение. Кто точно хорошо стоит на ногах и уже тренируется бегать и прыгать, так это молодой туренок. Малыш появился на свет 10 дней назад, но уже проявляет туриные повадки. Держится группой, не отставая от матери. Сейчас за малышами ветеринары ведут пристальное наблюдение. У кормящих матерей рацион усилен витаминами и минералами. Ну, зависит от животного и зависит от того, как матери за ними ухаживают. Если касается там туров, оленей, они самостоятельно следят за ними, достаточно хорошо их кормят. Плюс концентрированные корма, когда по возрасту они их уже могут кушать, они сами приходят и едят. Отдельная забота – пополнение в семействе мелких хищников. Численный состав обитателей изменился у енотов и диких лесных котов. А несколько недель назад в вольерный комплекс поступило несколько лисят. Как только малыши подрастут, они отправятся жить в большое семейство лис, прибывших в вольерный комплекс из Краснодарского центра. Там животные находились в клетках под присмотром людей, поэтому звери не проявляют никакой настороженности по отношению к посетителям и сотрудникам. А вскоре большое семейство лис можно будет взять под опеку. В этот раз опекунам Кавказский заповедник предоставит уникальную возможность дать имя своему рыжему подопечному.